Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Динозавры Survival. Ну что ж, ребятушки, как вы можете видеть, это стилистика 1 в 1 игры, которая называется Последний день на Земле. Ну что ж, давайте приступать в нее играть. Последний день на Земле, вы прекрасно знаете, что я в нее играл, проходил, у меня на канале есть. Ну, теперь я хочу поиграть в эту игру и посмотреть, в чем же все-таки у нее здесь отличие. Ну, естественно, тут донат, забираем все, что нам на почту приходит ежедневно на халяву. Так, у нас здесь ягодки. Да, начинаем со сбора, как всегда, ресурсов и материалов. Только в отличие от последнего дня на Земле, где мы воюем постоянно там со всякими зомби, мутантами, здесь нам приходится выживать в суровом мире динозавров. Так, ну что же. Топор. Для топора нам нужно дерево еще, да? А для того, чтобы дерево, нам, наверное, надо будет сделать топор. Хотя мы можем его найти. Возможно, где-то здесь будет у нас валяться. Но в любом случае, первым-наперво нам нужно собирать всякие всевозможные ресурсы. Камни, ветки, все, что можем найти. Так, смотрите, я нахожу здесь бамбук. И за все это время, что мы с вами собираем, у нас, соответственно, повышается уровень. Смотрите, сколько здесь у меня бамбука. Опа-на, а вот и первый динозавр, ребят. Какой там орнитолестес? Да, не слышал о таких. Хорошо, подбираем здесь все. Бамбук наш. Так, ягоды, это наши. Первое, наверное, скорее всего, будет питание. Яблочки. Ну что ж, давайте, наверное, посмотрим, может быть, мы уже можем что-то себе сделать. Нет, ребята, не хватает еще буквально одного камня. Так, вот он камень, еще один. Набираем здесь все, бегаем с вами, как обычно, в труселях. Откуда мы здесь появились? Черт его знает. Так, вроде камней много, листья. А, растительное волокно это у нас, да? Пальмовое бревно. Опять же волокно, бамбук. Манго. Это не яблочки, это манго у нас, ребят. Так, недостаточно места для саженцев. Ну, теперь можно делать смело топорик. А, у меня инвентарь заполнен, елки-палки. Так, а что мы можем... По идее, как-то здесь надо строить. Я уже все, честно говоря, позабывал. А здесь у нас все немножко по-другому идет. Так, давайте-ка здесь мы посмотрим. Я помню, у нас тут в последний день на Земле стояла машина. Здесь про... Оу! Курточка и ножичек. Вот это вот хорошо, ребят. Это очень даже хорошо. Так, давайте-ка мы для начала сделаем с вами топорик. Ага, шикарно. И даже на кирку нам хватает. Ну, а копье, я думаю, пока не стоит. У нас там есть уже все-таки нож. Да ё-моё, опять у нас все заполнено. Ну, это как всегда, это пережитки, как называется. Пока мы с вами не сделаем какой-нибудь рюкзак, так и будем с вами бегать всего лишь с 8 ячейками. Так, давайте-ка, наверное, кирку сделаем. Все, теперь мы сможем с вами добывать и дерево, и железо. Ну, не железо, а руду, я имею в виду. Так, собираем это растительное волокно. Недостаточно места для саженцев ананаса. Так, топорик мы взяли с вами. Водичку в карман поставим, чтобы могли в любой момент восполнить себе недостаток воды, жажды. Так, а вот у нас получи, гад, а. Мелкая шапка тут еще будет лазить. Ой, какой я, ребятушки, ватный. Ну а что вы хотите, первого уровня? О, а, это зебра. Ё-моё, я ж... Опа-на! Вилоцираптор. Да, вот это, кстати, очень мощный динозавр. Ребята, я, наверное, с ним не справлюсь, пора текать. Оу-оу! А он бежит-то довольно быстро. А куда мне бежать-то? Мне бежать-то некуда, ребят. Что я побегу с голым задом? Нет, давайте тогда мы здесь погибнем. На худой конец, ребята, мы здесь с вами сможем все это дело подобрать, что в данный момент у нас с вами насобиралось. А если я уйду куда-то там в новую локацию и там погибну? Да что ты будешь делать? Опять этот гад сюда побежал, а? Давайте попробуем. Слушай, у меня такое ощущение, что я руками его быстрее бы забомбил, чем тем же самым топором. И у нас какие-то здесь нитки. Ладушки. Так, где тело? А, вот оно валяется. Давайте все забирать. Все абсолютно. Блин, не помещается. Так, мы что-нибудь можем с вами еще придумать? Мне нужен рюкзак. Это обязательно в первую очередь. Так, веревочку берем.
Куда бы ее вот так вот сделаем. И теперь будем делать с вами рюкзачок. Это плюс еще, по-моему, если не ошибаюсь, 8 ячеек. Все. Так, давайте-ка посмотрим. Вот, это уже другой разговор. Но, опять же, я вам скажу, все равно этого, ребята, мало. Так, а что здесь у нас делает охотник Кейн? Ресурсов катастрофически не хватает, нам нужна твоя помощь. Значит, ему нужно 20 досок, и он мне дает бинты. Зашибись, да, чувачок, главное, с автоматом, в доспешках, а я тут с голым задом бегаю. Несправедливо, по-моему. Давайте-ка все тут соберем, это все нам пригодится в любом случае, ребята. Зебры тоже пригодятся, потому что мы их будем убивать, снимать с них шкуры и, соответственно... Не, подожди. Мы, конечно, с тобой будем делать домик, родной ты мой, но не здесь, не в этих вот грудах камней. Давай-ка возьмем себе вот, наверное, где-нибудь вот здесь. Я думаю, что будет в самый раз. Так. Сделаем для начала себе небольшую такую хибарочку. Давайте вот здесь вот, ага. Вот такой вот, нет, подожди, вот сюда поставим. Такой вот квадратик. Так, что это у нас тут такое? Ага, пальмовое бревно валяется почему-то. Просто так. И надо будет еще сделать нам обязательно стены. Также надо будет нам сделать, ну, двери, само собой, двери. Так, обносим. Здесь у нас будет дверь. Давайте-ка мы с вами, ребятушки, оставим место для двери. Все. Тут мы с вами сделали. Так, подожди, это окно. Нет, окно нам не нужно, нам нужна дверь. Вот, все, ребята. Так скажем, самое простецкое мое жилище готово. Теперь я смогу покинуть это место и начать уже путешествовать по карте. Все это разведывать, делать новые всякие вещи, соответственно, за уровни. В общем, все это мы с вами дальше посмотрим. Ну, ребят, если вам эта игра зайдет и понравится, ставьте лайк, пишите мне в комментариях, и тогда мы будем в нее играть как можно чаще. Потому что здесь, знаете, что еще большое отличие? Помимо того, что тут динозавры, то есть 50, здесь можно себе самому вырастить динозавра. Правда, я, честно говоря, не знаю, оно будет как мой охранник или как ездовое, но... Техника здесь будет тоже, поверьте мне. Так, у нас, значит, здесь нож. Нам нужен куртка, само собой, тоже пригодится. Как же. Все, короче, забрали здесь. Так, давайте мы наденем курточку и наденем ножик. Все, я... Ох, ну красавец, ребят, ну... Разве нет? Так, нам нужно будет еще сделать с вами сундук. А для чего... Чтобы, соответственно, складывать туда свои вещи, чтобы они не пропали. Так, выложим все, что нам пока не нужно. Так, ребята, ну что? Будем делать, наверное, первую вылазку с вами, да? Неудачный эксперимент. Трудно сказать, что кто-то из очевидцев тех событий выжил. В общем, ребята, что-то здесь произошло. Опять же, дело происходит на земле. И, знаете, как в Юрском парке. Какие-то ученые нахимичили, и у нас здесь появились динозавры. Так, давайте-ка войдем. Годы выживания в новом мире научили нас строить дома, добывать еду и защищаться. Разбитая машина. Так, ух, смотрите, сколько здесь, ребята, бамбука лежит. Но мне вот эти вот ящички как-то больше по душе. Давайте посмотрим, что у них здесь за лут. Ох, ё-моё, смотрите-ка. Блин, забираем все, конечно же. Тут у нас и штанишки, и курточка. Так, еще один. Машина сильно повреждена. Так, смотрите-ка. Забираем все. Тут у нас даже и шляпа от этого костюма. Так, а в этом... В этой сумке у нас что будет лежать? Да ё-моё, тут и ботинки, и часы. В общем, всякие-всякие вкусные плюшки. Смотрите, следы динозавра, ребят. Идут в машине. Ух ты! Я ее даже могу облутать. Интересно. И... Оу, револьвер. Блин, нет, револьвер мне нужен, ребята. Так, давайте-ка надевать с вами, наверное, тогда одежду. Штаны мы с вами без штанов. Вот так вот. Хе-хе, прикольно я смотрюсь. С таким тесачком бегаю, да? Так, а по-моему, да-да, у меня нет места в инвентаре. Я вообще, по ходу дела, ничего не смогу взять, да?
вообще ничего. Ни листья, ни бамбук. Тогда нам только бежать к себе домой. У нас, хотя и нету с вами этого сундука, но мы можем складировать, вы сами видели, где рядом стоит коп. Точнее, тот, кто он там? Военный, военный, да, возле него. Так, бежать. 8 энергии тратим. Ну, у нас еще с энергией пока все хорошо. Можно немножко побегать, ничего страшного. Потому что идти это тоже долго и столько времени тратить неохота. Так, что здесь у нас? Так, еще какие-то у меня 25 монет. Зебра. Даже не боится, ты смотри. Стоит там как вкопанная. Вот здесь, ребят, мы с вами можем... Нет, ничего мы не сможем, потому что у нас тут полный завал. Давайте вот нитки положим сюда. Так, веревочки соединим. Шапку, кстати, надо надеть нам. И пока все, ребята. Ничего не могу сделать. Это у нас все открывается на третьем уровне. Так, а малый ящик. Смотрите, нужен бамбук и древесина. По-моему, здесь у нас есть и древесина, и бамбук. Да. Мы с вами можем спокойно сделать один маленький ящик. Шикарно. Ну что же, пойдемте его установим у себя в домике. Зебра, зебра, иди сюда. Давай, давай ее сейчас хряпнем. Так, где у нас этот сундук? Вот он. И ставим его. Да, здесь и поставим прямо. Так, можно уже, в принципе, в него... А что эта зебра не убегает, которая стоит рядышком там, а? Не боится меня, видите ли? Так, бинты, тут у нас марля, провода, металлолом какой-то, консервы, я так понимаю, манго. Давайте с вами выложим, что нам пока не нужно в данный момент. Именно такое экстренное. Оставляем только вот топор, кирку и револьвер, наверное, да, ребята? Хотя нет, мы топор, наверное, с вами все-таки выложим. Все, и остается у нас кирка, револьвер и вода. С едой пока у нас туго. Но есть яблочки. Точнее, манго. Ну, фиг с ним. Так, тут у нас, как обычно, будет развита система крафта. Нужно будет очень хорошо все просчитывать, что нам нужно, что не нужно. Так, давайте добежим. И еще раз тут просмотрим все хорошенько. Пособираем лут. А он тут везде практически валяется. Так, машина исчезнет через 23 минуты. Так, давайте набирать вот эти вот растительное волокно и саженец ананаса. Манго, так, пальмовое бревно, да, камень. Так, бамбука. Здесь, я смотрю, очень много, поэтому оно нам все это нужно. Саженец ананаса. Это получается, что мы с вами, наверное, что-то можем сажать. Так, будем набирать до тех пор, пока у нас инвентарь все это вмещает. Так, жалко, я, конечно, топор не взял. Я бы сейчас вот эти пальмочки бы, наверное, все бы быстренько посрубал. Ну и фиг с ними, в принципе, да? Но зато у меня, ребят, есть кирка. А это означает, что я могу добывать себе железо. Вот они, залежи. Так, погоди, что-то я, по-моему, не то делаю, да, ребят? Фу ты, надо вот сюда же нажимать. А я на атаку просто нажимал. Конечно же, нужно разбирать. Три железные руды. О, новый уровень, ребятушки, мы с вами, блин, все время путаю. Новый уровень мы с вами получили, а соответственно нам открылось что-то новенькое для крафта. Что не может не радовать, конечно же. Так, эти сумки мы, по-моему, с вами, да, лутали. Так, бамбук, тут тоже бамбук. Камень, бамбук. Да, эта сумка тоже у нас пустая. Так, машина-то у нас облутана. Да, полностью. Так, давайте тогда мы с вами камни еще. Да ё-моё. Камень, железо, это все нам пригодится. Здесь также будет у нас камнетёска, где мы сможем из обычных камней делать кирпичи. Также сталеплавильные печи. В общем, все-все-все, что у нас в последний день на земле, только лишь... С небольшими разграничениями, что здесь, я как говорил уже, будут динозавры. В общем, кому интересно, ребята, тот, конечно же, присоединится к моему прохождению и будет смотреть. А дальше уже, если захочет, может сравнивать, что лучше, что хуже. Но еще раз повторю, что компания одна и та же. Что ту игру делать, что эту. Так, забираем это все.
Да, тут неплохо я насобирал-то, смотрите, всяких бревен, камней. Так, тут даже вот железо есть. Оно нам нужно, потому что будем очень много здесь плавить. Металл, как говорится, всегда у нас в почете. Так, давайте все это разбивать. Я даже с одной стороны хочу, чтобы быстрее у меня сломалась кирка, чтобы я уже мог бежать отсюда к себе домой. Так, скоро получу 4-й уровень, кстати. Ну да, вы помните, что поначалу здесь все довольно быстро набирается. Уровень там это. А вот с ресурсами потом будет очень и очень туго. Так, давайте еще камни наберем. Так, ну вот, смотрите, кирка уже у нас практически сломалась. Наверное, так, а я получил новый уровень. Что очень даже хорошо. И у нас открыт, смотрите, грядки, плотницкий стол, самодельный душ, а также скелеты и металлодетектор. Интересно, а что, для поиска предметов он нужен? Ха, а вот это интересно. Для поиска предметов надо будет как-нибудь сделать. Так, грядочка у нас есть. Так, плотницкий стол готов. Так что, ребята, будем уже делать с вами доски. Доски, которые можем с вами обменивать. Там у нас просили 20 досок для того, чтобы поменять их на бинты. Ну что, вроде бы как и все, ребят. Топора у нас нету. Ну, есть немножко места в инвентаре, но я хочу все-таки уже сбегать домой, поставить эти грядки. Точнее, грядку, потому что она у нас одна. И плотницкий стол. Сколько у нас? 8, да, 8 энергии и всего лишь... Да подожди, я же не хотел, блин, вот. Пешком бы он сейчас у меня шел бы. Так, тут также, ребята, будут боссы. Боссы будут у нас в виде динозавров. И поверьте мне, довольно серьезные боссы, потому что я видел, как у меня сын играет. Это просто жесть какая-то. Ну, может быть, у него так просто там выглядело все страшно. Но меня это заинтересовало. Так, давайте-ка мы вот куда-нибудь, не знаю, ребят, неохота слишком далеко от дома. Вот здесь, наверное, влепим, да? Я думаю, что будет самое то. Так, ну, а стол, естественно, мы с вами устанавливаем у себя уже в домике. Так, развернем его. Вот, самое то, что надо. Так, разместить, где у нас? А, вот. Все время путаюсь. Так что, ребят, немножечко бывает такое. Не обессудьте. Так, куда побежал? А ты сбежала, гадина. Так, я так понимаю, плоды гивеи. Большинство травоядных динозавров. Может быть, их можно посадить? И у нас что-нибудь да вырастет, а? Ну-ка, давайте-ка рискнем. Так, материал. Вот так вот. Результата пока, главное, не показывают, да? Странно. Ладно, пускай они пока лежат здесь. Плотницкий стол. Что он у нас? Блин, а, вот здесь вот надо смотреть. Так, вот пальмовая доска, обработанный бамбук. Тиковая доска. Ну, тиковые и там остальные доски нам еще пока не светят довольно долго, пока мы с вами не сделаем какую-нибудь самоходную машину, куда можем далеко уже добираться. Костер, да, костер мне нужен, ребятушки. Нужно бревна и веревки. Так, берем топор. Одно бревно у меня уже есть. Угу. Но это ровным счетом ничего не решает. Бамбук выкладываем. Это тоже сюда. Как говорится, освобождаемся от всякого хлама. Так, все, ребята. По-моему, больше я ничего не смогу выложить. Все абсолютно забито. Хорошо. Так, блин, я хочу теперь, значит, пить еще и есть. Все срубаем здесь, чтобы ничего нам с вами не мешало. Так, пить у меня есть, ребята. А вот с едой-то очень, кстати, плохо. Как-то я об этом не подумал. Черт, нам придется с вами, ребята, охотиться на зебр, чтобы получить хотя бы какое-то мясо. Да что такое, не могу достать, блин. Так, дайте-ка мне ножик. Сейчас буду я тесаком бомбить. Да что-то...
О, отлично, ребята. Зебра первая есть. О, у нас тут и мясо, и шкуры. Это хорошо. Но опять же, пока нет костра. Мы не сможем с вами приготовить еду без костра. Можно сырым съесть, конечно. Так, а почему-то я не могу, ребята, эту зебру заколбасить. Смотри-ка. Мне такое впечатление, что она застряла у меня в стене. Почему-то мне так кажется. Она потому что даже не двигается и ничего не происходит. Ладно, хрен с ним. Пускай она пока здесь стоит. У нас вон там, я вижу, еще есть одна зебра. Сейчас мы до нее с вами доберемся. Ну-ка. Блин. Уже неплохо, но будет намного лучше в готовом виде. Но у меня нет пока костра, поэтому давайте сырым съедим. Ой, не очень-то оно мне и много голода утолило. Так правильно, сырое. Так, хорошо. Ладно, давайте мы тогда, знаете, что, заберем с вами мясо. Не будем пока тратить. И мне нужно как можно быстрее сделать костер. Что для этого нужно? 3 бамбука, 1 веревка. У меня, по-моему, все это есть. Дайте-ка я вот здесь вот сейчас рубану. Есть топор? Блин, топ... А, есть, 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 ребятушки. Чуть было, подумал, что нету. Сейчас мы получим с вами бревно пальмовое. А здесь у нас что? Так, а что это такое за цветочек тут у нас появился? Привет! Я чувствую себя странно. Съешь меня, и ты станешь сильнее. После того, как вы сидите, что-либо начнется рекламный ролик. Нет, спасибо большое. На данный момент я не хочу никаких роликов смотреть. 20 досок, получаем 20 бинтов. Блин, это только первый лут. А дальше там видели, какая красота будет? Ух, ребятушки, чувствую, мы тут зависнем надолго. Главное, чтобы она поперла, как говорится, понравилось. Так, ладно, костер. Нужно 3 бамбуковые эти веточки. Где у нас тут бамбук? Вот он, бамбук. Давайте так сделаем. Блин, нужна еще одна будет ячейка. Ага. Так, да что такое-то, блин? Не хватает опять, а? Так, здесь у нас перебор. С этим перебор, листья. С листьями тоже перебор. Вот так вот мы. Все. Теперь давайте создавать костер. Ну неужели, елки-палки. Все, теперь у нас в доме будет очаг. Очаг, это что означает? Что мы сможем здесь что-то готовить, ребята? Так. Давайте-ка сюда зайдем. Выбираем костер. И давайте его поставим где-нибудь в уголочке. Вот здесь. Только, наверное, немножечко развернем. Все, пускай у нас будет. Так, и если я не ошибаюсь, здесь нужны будут дрова. Так ведь? Ну-ка. Материал и топливо. Так. Что у нас тут? Стейк, компот, жареный ананас. Все понятно. Вот у нас материал. А вот у нас, ребята, и топливо. 2 минутки надо будет подождать. Ё-моё, у нас вообще голодуха прет. Хоть манго чуть-чуть нам все-таки помогло. Да, согласитесь. Но очень быстро мы голодаем все равно. Видно, манго так нас не насыщает. Так, камень. У нас тут, кстати, очень много залежей камня и железа. Так, мы пока, наверное, с вами никуда не побежим. Давайте рубить здесь пальмы. Почему я никуда не побегу, ребят? Потому что в данный момент я голодный, и мне нужна провизия. Иначе я там где-нибудь встряну по полной программе. Погибну, потеряю все, что у меня с собой есть, а мне это нафиг не нужно. Поэтому подождем, пока у меня приготовится мяско. Так, подкрепимся, наверное, маленечко ягодками. Все. Что у нас тут еще? Так, а что мы вот здесь вот можем? Да, я, кстати... Что-то эта фигня не... Ананас. А, ребята, вы поняли? Так, эту забираем фигню, она здесь не нужна. Это, видимо, нужно для прикормки динозавров. Так, где у меня эти листья ананасовые? Вот. Сейчас мы их и посадим. И хотя бы у нас будут ананасы расти. Так, 9 штук как раз. Ого, целый час нужно ждать? Ё-моё. Ну, монетки я тратить не буду на ускорение, оно пока этого не стоит. Все останется при нас, мы останемся при своем. Так, давайте, ребята, сносить эту стену. И все это ради того, чтобы освободить эту зебру, потом ее убить, забрать мясо.
И шкуру. Ну да, так и было, ребятушки. Она все-таки застряла. Все. Эта мелочь от нас далеко не уйдет. Хрязь! Солидно. Так, забираем у нее шкуру, мясо. Кстати, мясо мы сейчас с вами тоже быстренько бросим в костерчик. Пускай оно у нас готовится. О, у нас уже один стейк есть. Так, давай-ка следующий. Насколько ты круче? Ну-ка, давай проверим. Ну, ребят, совсем другое дело, ё-моё. Почти тридцаточку восполняет. Ну, а мы делаем брешь. Так вот. Пускай у нас будет с окошком, да, ребят, согласитесь? А то мы как-то сделали 4 стены без окна. Все, с окошечком будет самое то. Так, ягодок еще у нас 20 штук. Это все мы ложим. Все, больше мы ничего выложить не можем. Надо будет, ребята, делать, наверное, еще нам несколько этих ящиков. Так. Блин, вы посмотрите, микросхемы, гвозди, слитки. Это на ранних таких вот стадиях они уже меня полностью озадачивают. Да, нехило, нехило. Так, давайте еще сделаем с вами маленький ящик. Отлично. Потому что все это надо выкладывать. Ребят, с собой весь этот хлам таскать, ну, нет никакого смысла. А мы будем сюда постепенно с вами выкладывать. Я вообще бы, если честно говоря, хочу сделать, знаете, что-то типа склада, где у меня будут вот, например, 5 ящиков чисто дерева, 5 ящиков чисто железа, 5 ящиков, там, например, чисто бамбука. Короче, под материалы, чтобы я потом приходил, брал, что мне нужно, там, нужен камень. Пришел, взял камня, на станки положил. Все, так, нет, стейк еще не готов, 30 секунд. Вот, и так оно намного проще. В последний день на земле, я помню, там уже придумали краски, что можно подкрашивать сундуки, например, там красный, синий цвет. Вот, и ты уже не путаешься, например, у тебя в красном там железо, в зеленом сундуке там, например, у тебя дерево. Здесь не знаю, пока не знаю, есть ли что-нибудь типа такого, но будем потихоньку разбираться, развиваться, качаться. Я там посмотрел крафт, ребята, там крафт просто обалденный, там такие штуки можно делать. Честно говоря, я давненько не заходил в последний день на земле, но в последний раз, когда я был там, там такого не было. Все, стейк у меня есть, давайте делать компот. Компот быстро делается, 2 минуты. Так, хорошо. Можно, по идее, сходить на вылазку, да, ребята, у нас с вами инвентарь практически пустой. Мы можем сейчас что-то где-то поискать, полутать. Энергия у нас 71 единица. Нам вполне этого хватит, чтобы даже, например, сбегать куда-нибудь, да, на какую-нибудь территорию. Конечно же, близлежащую, например, вот сюда вот. 15 энергии мы потратим тут. И добыча, и дерево есть. В общем, все, что нам нужно. Так, вот, видите, карта ядрена вошь. Прикольно, прикольно, ничего не могу сказать. Так, собирать автомобильные детали. Если повезет, можно собрать средства передвижения. И начинаем потихонечку тут собирать все. Так, оп, динозаврики. Ага. Ну-ка, дайте-ка. Блин, Базул, иди сюда, Базул, а. Ты зря это, братишка. Зря ты на меня наехал. Ну, прям как в той игре. Так, смотрите-ка, у нас рюкзак, бинты, в общем, всякий хлам. Мы с него набрали. А, у меня еще и кирки нету причем. Так, дайте-ка я вот это вот. Велосираптора. Опа, опа, оп, завалил. Говнюка. И у нас тут ящики. Блин, я вот больше всего обожаю лутать ящики. Так, что у нас здесь? Я больше чем уверен, что вот этот металлолом нам очень и очень скоро понадобится. Поэтому металлолом, микросхемы, там еще что-то. Ого, это что такое? Саблезубый тигр? Ничего себе. Шикарно. Ох ты, с него тоже, кстати, добывается мясо и шкуры. Это великолепно. Значит, не только с зебр. А вот с динозавров почему-то, кстати, мы не можем снять ни шкуру, ни мясо взять. У них обычно какие-то... Тихо, ё-моё. Нитки и веревки. И новый уровень мы получили с вами, ребятушки. Так что еще что-то новенькое мы можем с вами взять. Тихо, 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 что такое? Блин. Вот больше всего я этого не люблю, ребят, когда вот
смотришь инвентарь, и на тебя в этот момент нападают. Очень критично. Так, нитки и веревку. Кстати, курточка у меня скоро развалится. Да. Так. Съедим мы эти ягодки, чтобы они нам не мешали. Их тут все равно еще целая куча. По три манго с куста, это уже 6 штук. Меня устраивает, в принципе. Так, эх, сюда бы кирку, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давайте посмотрим, я могу сейчас ее... Да что ты, блин, не туда все. Кирку я могу сейчас себе сделать? Нет, не хватает буквально двух камней каких-то несчастных, а? Ну, давайте тогда найдем. Раз. И еще где-то мне нужен камень. Блин, тут везде динозавры. Блин, все-таки унюхал, учуял, гаденыш, а? Зря, зря он это все. Нитки. Нитки, я так понимаю, это тоже нужно будет нам для шмоток. Для крафта. Ага, саблезубый тигр. Ну, давайте его... Опа! Миско наше. А, без шкуры в этот раз почему-то. Так, вот еще один камень. Кто бежит? Так, саблезубый тигр. Ладно, фигня. Я уже думал, опять бот какой-нибудь бежит. Так, давайте-ка мы заберем камень. И все, мы можем с вами сделать кирку. У меня там место-то есть? Есть. Так, шикарненько. Ой, у меня и штаны, и куртка. Сейчас скоро у меня тут все развалится. Так, давайте-ка потихонечку его со спины. Потому что намного круче дамаг наносим со спины, когда бьем. Даже гад ничего не дал, а? Вот поросенок. Ого, орнитолестес. Это какой-то новый у нас. О, еще один ящик. Ё-моё, велоцираптор. Это у меня сын, он очень любит динозавров. Он практически во всех в них разбирается. Я сам удивляюсь, как он так это все может. Там их столько видов, а он их все знает. Ох ты! И что мы тут видим, ребята? Давайте вот это вот выложим. Блин, я даже не знаю, нужна ли нам вот эта вот камера. Черт его знает. Ну, гайки вот стопудово, гайки, болты нам стопудово пригодятся, поэтому давайте их забирать. Кто бежит? Опять мелкий динозаврик. Закромсали. А тут шкура. Забираем, конечно же. Так, и я вижу еще один ящик. По-моему, не лутали мы его. Да, ребята, он целенький. Как же я обожаю вот ящики. Ох ты! А это что такое? Резина! Ой, резина нам тоже надо. Ну как же вот... Блин, ну почему инвентарь у меня такой маленький, а? Мне бы еще ячеечек бы 20. А лучше 30. Чтобы я все мог с собой носить. Так, понятно, это консервы, значит. Давайте тогда жрать их. Так, может быть... Уроком для других охотников. Камера. Я даже не знаю, ну давайте так попробуем сделать. Потому что бамбук мы с вами найдем. А вот эту вот резину, фиг его знает, где мы еще сможем ее сыскать. Я еще здесь только начал играть, поэтому не знаю, ребята, на какие ресурсы делать ставки, понимаете. Может быть, этой резины здесь будет много, а может быть и нет. Кто знает, может, она дефицит. Так, плавильня. Нужен камень. Так. Так, вот это тоже нам нужен водосборник, чтобы бутылки пустые набирать водой. Так, камень и железо, да? А у нас там, по-моему, как раз есть залежи. Поблизости обнаружен гуманитарный груз. Там можно найти необходимые ресурсы для выживания. Так, ну что же, давайте, наверное, сбегаем, да, ребята? Энергии, конечно, мало-мало, но я надеюсь, что здесь мы что-нибудь найдем путное для себя. Все-таки гуманитарный груз. Руины крупного города в Северном регионе полностью заселены динозаврами. Понятно. Так, опять тут. Оу, ё-моё! Дилофазавр какой-то. Слушайте, он мне напоминает того кислотника, который у нас в последний день на Земле, который плюется кислотой. Один в один, только, извините меня, размером. Вот этот динозавр в раза три больше, чем тот зомбарь. У меня просто, знаете, ребята, ох, смотрите, тут мачете лежит. Ё-моё, я все хочу, я все это хочу. Эх, это у нас сталь, я так понимаю, слитки стальные. Ай-яй-яй-яй-яй.
Я знаю, что и стальные слитки нам пригодятся. И микрочип, или как там, я даже не знаю, конденсатор, да, конденсатор. Вот, и изолента, наверное, тоже нам нужна будет. Блин, как же я прям не могу, меня же прям злит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, на-ка, получи. И еще кто-то там прет. Да, вам всем достанется от меня, ребята, и я получаю новый уровень. Хе-хе. Тут еще везде и бамбук. Все нужно, ребята, абсолютно все. Но, не, как видите, мой инвентарь ограничен, и я не могу это все взять. Мне приходится сейчас возвращаться домой. Соответственно, я потом уже до сюда не добегу, потому что у меня элементарно не хватит энергии. Все, у меня 17 энергии осталось. Жаль, конечно, очень жаль. Но зато я могу сделать плавильню. А это значит, что я могу руду железную переплавлять уже в железные слитки. А с железных слитков я уже могу делать разные там штуки-дрюки. Опять же, все с этим мы с вами будем разбираться. Дом, милый дом, здравствуй. Тут у нас еще как раз растут пальмы. Если что, дерево мы с вами здесь наберем. Ну что же, я предлагаю сейчас сделать нам плавильни. И сделаем, наверное, все-таки мы с вами две штучки. Почему, спросите, две? Ну, потому что одна слишком долго делает нам материал. И мне также нужен будет два станка, а может быть даже три плотницких станочка, чтобы дерево мог заказывать такое, сякое. Да, даже хотя бы одного вида, но чтобы оно быстрее всего делалось. Так, пальмовая доска, тут обработанный бамбук. Остальное нас пока не интересует. Ладно, где у нас плавильня? Вот, делаем. Ага, отлично. И вторую. Все, шикарно, ребята. И теперь мы с вами будем устанавливать. Подожди, не сюда. Не сюда нажимаю. Так. Будем делать ее, знаете как, по углам. Вот так вот. Это у нас будет первая. Подожди-ка, а, все. А в другой угол мы поставим вторую. Так, надо будет только развернуть ее, да, вот так вот. Все, отлично. Две печурки у нас есть. Мы можем их загружать металлом, рудой, и пускай они переплавляют. Единственная проблема, блин, это в древесине. Ага, вот, смотрите-ка, что мы можем делать. Довольно шикарно мы можем там делать. Очень много всяких видов металла. И это очень хорошо. Блин, я хочу себе металлодетектор. Что он, интересно, делает, а, ребят? Ну, там, видите, очень много нужно всяких микрочипов, конденсаторов. И будем, короче, искать провода эти. Все будем искать, копить. Я представляю, если мы будем что-то такое редкое находить для нас. Так. Два камушка, блин, нашли. Костюмчики, кстати, у меня скоро вообще просто развалятся, ребята. Так, и давайте, наверное, бревен сюда кинем. И закинем стейк. Да, оно так выгоднее нам, ребята. По крайней мере, по еде. Манго мы можем и так слопать и жажду свою немножко утолить. А вот насчет еды надо будет подсуетиться. Так, давайте забирать все, что здесь у нас пока валяется. Это нам нужно будет все разбивать. Все эти камни, всю эту руду. Чтобы территория у нас была здесь свободная. Нам здесь очень много надо будет всего строить. Так что не будем себя ущемлять в этом. Давайте добудем, наверное, железо. Я даже уже, кстати, не успел глаза моргнуть, как мы получили с вами 6-й уровень. Так, железная руда, еще железной руды. Пока есть кирка, нужно добывать. Отлично, это уже 6. Будет 9. Ну, маловато. Тут основной ресурс у нас какой? Руда, что каменная, что железная, древесина, бамбук. А дальше идет у нас жрачка. Потом мы с вами сможем развить кожевню, или как она там, где мы можем с вами кожу изготавливать из шкур. Так, смотрите. Водосборник, блин. Зачем, спрашивается, в этот водосборник металлические детали, а? Не понимаю, если честно. Так, ладно. Давайте возьмем бамбук. Потом нам нужно с вами дерево. Блин, а дерево у меня все в этой, в костре. Давайте-ка, наверное, кое-что отсюда заберем.
как его разделить-то, я уже не помню. Ага, вот здесь делим. Все, это мы сюда отправляем. 6 оставляем себе. И... так, создаем топорик. Будем здесь сейчас пальмы с вами бамбахать. Выкладываем бамбук. Так, древесины здесь нам понадобится, опять же, тоже много. Так как практически везде она нужна. На костры, на печки. Все именно древесина. Даже на те же самые доски, опять же, идет древесина. Поэтому ее никогда не бывает много. Ее всегда бывает недостаточно. Поэтому приходится мне все здесь вырубать, а? Как бы мне их жалко не было. Ну, ничего поделать с этим не могу. Так, давайте-ка глянем-ка. Ага. 2 металлолома и 5 бамбука. Это все у меня должно быть. 5 металлолома. Ой, 5 бамбука и 2 металлолома. Вот металлолом. Все, делаем водосборник. Создаем. Ну и как обычно, мы его ставим, естественно, вот здесь вот снаружи. Не слишком далеко. Даже, наверное, вот... нет, здесь как-то не айс. Тут тоже не ахти. Давайте прямо вот, вот тут, наверное, мы поставим. Все. Чтоб далеко не бегать, знаете, бутылочку закинул. Например, захотел там попить, выпил. Пустую туда опять забросил. Да, я думаю, что это будет самый оптимальный вариант. У нас как раз с вами есть 2 бутылочки. И мы их, естественно, сюда устанавливаем. Все. Сколько там? 10 минут надо подождать, чтобы у нас наполнилось водой. Ну, якобы там дождь или испарение, не знаю. Смотрите, инкубатор. Позволяет вырастить ездового динозавра. Камнерезка. Везде нужно вот это вот, обработанный бамбук. Я о чем вам и говорил, ребята, что надо будет, наверное, несколько станков ставить. Полностью собранный трофей. Смотрите, на 5%, а тут урон в ближнем бою на 5%. Ну что ж, ребят, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, и мы продолжим в нее играть. Ну а на этом все. Всем пока. До скорого, ребят.